30 управляемых ракет Р-27 класса «Воздух-воздух» поступили на вооружение ВВС и ПВО Беларуси. Боеприпасы отправятся со сборочного производства на авиационную базу в Барановичах, где ими оснастят в том числе истребители Су-30, которые недавно поступили на вооружение наших военных. Это отслужившие свой срок советские ракеты, восстановленные специалистами компании БСВТ «Новые технологии». После такой реконструкции боеприпас обретает современные характеристики и вместе с ними новую жизнь. Ракеты средней дальности Р-27 предназначены для перехвата самолетов и вертолетов всех типов, уничтожения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. После ремонта в течение 2019, начале 2020 года нашим предприятиям было возвращено Министерству обороны Республики Беларусь 140 ракет Р-27. Экспортная стоимость одной ракеты составляет порядка 650 тысяч долларов. То есть экономический эффект достаточно легко можно сосчитать. Помимо Р-27, инженеры БСВТ работают над восстановлением ракет Р-60 и Р-73. Отмечу, что такая работа на предприятии Госкомвоенпрома – не разовый заказ. Как рассказали нашим корреспондентам, запасы подобных ракет исчисляются сотнями. В это же время военные специалисты считают, что отремонтированные или модернизированные ракеты этого типа могут быть востребованы и на международном рынке.